Предпоследний бой сегодняшней программы. Весовая категория до 91 килограмма. Роман Романчук, Эльчина Лизаде. Да, тут многие пришли на Романчука. Ну, я скажу, Александр, азербайджанская команда, ну, не сдалась, каждый борется. Пускай общая командная поражает, но команда борется. Прекрасно, прекрасно. Макаренко отбоксировала как. Это делает честь боксерам Азербайджана. Но я думаю, что Романчук церемониться не будет. Мне что-то тоже так кажется. Ну, во-первых, он намного выше. А такие случаи говорят, у него длиннее руки, длиннее ноги, и вообще он на сне. Тут руки, длиннота рук не играет никакого значения, просто расположение туловища, фактура, телосложение. Опять оба левши, да? Да, опять вот у нас с левшами просто беда. Ну, пока Равшан пока Романчук левым правым прямым пробует. Ну, я вам скажу, что по поводу пробует правой рукой прямой, у Романчука эти руки у него как кувалды. Да. Я сколько раз видел, что у него от правой прямой перетряхивало прямо, да. Падали даже, да? Да, от правой прямой, я видел это. Вот только не надо долго раскачиваться. Да, уже 5-0. Ну, это пока ни о чем не говорить, просто нет, нужно будет потихонечку прибирать все. Я думаю, что первое же попадание слева очень огорчит соперника. У меня такое ощущение, что Роману дали установку не работать так вот. Вот это то самое первое попадание слева. Да. И все потихонечку, а точнее ускоряющимися темпами идет к концу. Да, с Романычем Романчуком шутки плохи. Да, приголубил. Вот сейчас хорошо. Вот. Справа. Чугунный кулак. Это нокаут, притом чистый. Это нокаут, да. Все. Вот и все. Надо его звать Роман Романович Чугунный кулак. Да. Ну, блестящий, да? Просто на выходе. На выходе, я говорил, помните, про правый прямой. Да. Он ударил правой рукой на выходе сбоку. Ну, он не совсем, он боковой был, сбоку. Да, сбоку, на выход. Сейчас мы посмотрим. И жестко, четко. Вот что такое кулак, что такая скорость и вовремя. Вот такой Роман Романович. Да, Роман Романович. Ну, я думаю, что теперь вы знаете, так, счет у нас 10-0. Я думаю, что боксер со сборной клуба, который будет боксировать с нашим Романом Романовичем. Да, затасковал сейчас? Затасковал. Ну, я бы на его месте точно затасковал. А мне вот любопытно вы сейчас посмотрите вот повтор этого эпизода, как выходил от удара Романчук. С выходом слева, справа, с боковым. Роман Романчук. Нокаут в первом раунде. В первом раунде блестяще, хорошо. 10-0. И теперь надо посмотреть Тимурзиева. Да, да, тут возможность-то. А ну, тут как-то против Тимурзиева все. Смотрите, выход, все выход. Смотрите с атаки. Раз. Раз. Вот. Это, да, первое. Это первое, да. Вот. Да. Говорил, помните про правую руку его? Да. Чугунный кулак правой руки. Вот он справа, передней правой рукой. Нет, ну, когда Роман Романович в настроении, там, в общем-то, ловить нечего, наверное, никому.